Так, сейчас мы спалим этот динамик. Так, под техно, ни кока-кола, ни негры. Он довольно-таки тут подвижный, блядь. Я вот тут проколол, чтоб выходил дым. Сейчас посмотрим, как он ебашит будет. Ухвалит, как сука, заебись. А если техно? Похоже, что вижу. Что-то не воняет, ничего за хрень. Я почти вышку выкрутил, блядь. А, вот, все пошло, похоже. Пацаны, он даже не горячий, нахуй. И это, и этот Панасоника, блядь. Динамик от Панасоника, нахуй. Он тут даже, блядь, не сгорел ничего, нахуй. Охуели, блядь. Вот что значит очень высокое сопротивление. Пиздец. Сейчас включим кока-колу. Так, кока-кола, давай. Ты терминатор среди катушек, нахуй. Уеби эту тварь, нахуй. Вонять начинает. Опа. Давай, 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 задыми, пожалуйста. Да. Капец, какая она живучая. У меня тупо в шишку тут все стояло, бля. Она вообще... Кстати. Магнит. Он, о, такой вообще горячий, блядь, такой очень. А катушка холодная была. Вот что делать сопротивление с динамиками. Ладно. Сейчас мы эти двое спалим еще. Сейчас эту дырку проделаю или... Хотя лучше пусть так, наверное, будет. Где-нибудь здесь я лучше проделаю дырку. Поехали. Я тут него хорошенько вырезал, чтобы дымок хорошо был видно. А она сразу разделается. Ну что вообще катушку клеили, мне вопрос задается. Все, там тупо на чё вообще, на какой клей садили, все, катушка она разделась. На что просто делали, блин, на катушку, мне вопрос. Тут такое дерьмо вонять уже начинает, ну, паль таких динамиков, это полный просто отродье конченое. Хотя не. Я не согласен с моим мнением, блин, он дымить начал. Блин, что-то хорошо, он сраный фокус как всегда подводит нахер. Так, ну вот так пойдет. Поехали. Вот. Я выкручиваю немного буду. Ну все. Фу, какая вонь, хуже запаха себе представить невозможно. Ну, теплый абсолютно, он сразу стоп, потому что это сопли. Вот такие фекалии. По-другому и назовешь. Вот он. Вот она. Гнилая медь. У меня руки даже что-то вспотели. Вот. Вот на медь гнилая китайская. Вот дерьмо просто китайское. Советские, нахуй. Они бы, блядь, выдержали намного дольше. Хотя что тут говорить про мелкие эти динамики? Они игрушечные.
Это сопли просто. О. Подвижка простая, как обычно. Все по стандарту. Едем дальше. С этим динамиком сейчас мы покончим. Попробую сейчас включу тот трек, который... у которого жанр эйс-техно. Так, вот он, топ-са, тот самый трек. Сейчас им что-нибудь попробуем сделаем. Сейчас начнутся кики. Чтоб дымок такой был, оп-оп-оп, дымок такой был. Получится или нет? Все пошло. Ну, заебись так, чё, блядь. Все, катушка начинает плавиться. Все, он заклинил. Он сейчас надымить будет, похоже. Прибавляю немного. О, пошел дымок. Все, пошло. О, видно. Отлично, отлично. Давай, давай, давай. Продержись, пожалуйста. Просто сгори, все. Вот это максимум, что мне нужно. Только, блядь, только не оборвись, пожалуйста, сука. Ну, блин, ну еще. Да. Все же такие треки. Вот такие вот ебейшие. Ну, такой профессиональный клубняк с 90-х. Не очень. Но тем не менее, Coca-Cola зато неплохого такого навала дала. Тем не менее, это кусок дерьма. Этот крепкий очень был. Это у нас наушники Philips. Какие-то старенькие, тоже с 90-х очень. Какие-то староватые очень прям. Но, тем не менее, очень вообще, очень так, прям вообще прекрасно очень играют, вообще офигенно. Вот такие, вот такая была паль. Опа. И все, XL, и можно теперь XL подключать опять провода. Не знаю, потом, может быть, чем поищу. На каникулах, может быть, возможно, паль будет лютая. Когда тут уже вся акустика перенесется, блять. Перенесется, блядь, в этот. В мою комнату, блядь. Бля, уже 4 сентября, нахуй. Завтра в школу мне идти. Нужно ложиться где-то в 2. Где-то в час ночи. Вот сейчас уж ложится. Ну, нахуй мне это надо. Нахуй мне до школы сорвусь. Ну, вот так, в общем. Такая паль вышла.